Здорово, всем грузимся, в GTA поиграл. Чувачка приодел, вот так он сейчас выглядит. Работал в скорой. Пациентов забирал по времени, работал таксистом. И чистил квартиры. В принципе, если время давали побольше, можно было побольше квартир обчистить. Но в некоторых люди сразу сидят, не дают обворовать. И большинство однотипных квартир, то есть я там крал телевизор и приставку. Вот. Ну и потом к месту сбыта краденого подъезжаешь, сбываешь все это. Такая стандартная, так сказать, схема. Я на карте нашел такую штуку, как тюнинг-ателье. Вот у меня даже метка стоит. Вот. Здесь в прошлой серии тюнинговался этот машины. Такие, короче, старые, забыл, как называется. Для трюков. А вот здесь тюнингуются все тачки. Вот. И... поэтому вот я этот, так сказать, Тиану, короче, чуть-чуть прокачал. И у меня есть вот такая вот машина, которая мне понравилась очень. Hey, get off the sidewalk anyway. Ну, не знаю, давайте, наверное, возьмем все-таки Тианку. Хотя, стоп. Hey, you better watch it. Блин, вот свои вот эти вот бандосы. Только мешают, реально. Все, похороним. Что, давайте сразу к миссии. $300 осталось. Человечка одел, машины прокачал, все, больше денег нет. И я нашел, кстати, магазин оружия, но почему-то он на карте не выделяется. То есть это не вот это вот пистолетик Эммет, да, а какой-то, по-моему, где-то в центре города. Но почему-то нет его на карте, ладно. Эй, Ронал, что ты делаешь? So make my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You're so. Теперь у меня Карл выглядит как рыцарь настоящий. Пригони пикап Райдера. Seeing as you missed the driver and all. Not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Well, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. It's trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? What's the road, motherfucker? The road! Что? Что там? Красная точка. Что такое? Yeah, here we go. That's our train, all right. Так я не по. А что делать надо, я не понимаю. Shit, look like some Northside Vagos got it first. Vagos. No. Защити груз от Баллоса, блядь. Vagos, Баллос. Oh, trying to crash the party. Look like Tim can't tow every gang in South Side. Man, we gonna smoke those ball assholes. Ой, блядь, Райдер. Проверь груз. Блин, ХП, посмотрите, залезай на хвост приставок. Блять, где бы они жилеты берут, а? Chill out, fool. We gonna be right behind you. Ты дурак, мы будем ехать за тобой. Куда бросать? Где? Сдержи ЛКМ, чтобы увеличить силу броска. А. Damn, not so hard. Nice throw, fool. Bullseye. Trying to kill me. And another one. Okay, CJ, that's all I can carry. Hop in the car and stab out, fool. Слышь, мне реально там Райдера хочется ему положить. Чё по карте? Где я? А, перекрасочная, я так и думал. Очень сильно недостаточно поворачиваемость машина. CJ, let's move. We got one time on them. Так, я не знаю, сколько звезд скину. А, 3 звезды, ну. 3 звезды. Ставь ящики на Грув Стрит. Добро.
блядь. А чё мигают звёзды, они не исчезли ещё. Типа, если я там это, кого-то собью или нарушение, то возобновятся звёзды или что? Вот видите, ХП отнялось, надо опять человечком сюда заезжать будет, есть. Потому что я не знаю, где аптечку брать. Damn, ну, homie, your все. Stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. LB? Как кто такой LB? Впервые слышу. Okay, later then. Бля, нихера, у него на гидравлике. For life, да, CJ. For life, you heard? For life. Райдер, по-моему, только вот положение дает. Он, по-моему, это, бабки не платит. Пидорас, блять, по-моему, только вложение плюс и все. Ну чё, придется поспать, хотя надо восстановить. Вот хотя бы так. Блин, как же мне попасть в этот магазин с оружием? А? Почему-то на карте он мне определен. Так, еще у Райдера есть миссия. Чё, возьмемся? Давайте, ладно, он рядом здесь. Ограбление дяди Сэма. Садись в фургон с Райдером. Где ножик мой? Сразу музыку рубим. Кстати, тут свое радио можно поставить. Вообще классно. You think you can roll this van without killing us both? Hey, Ryder, we'll be going. Ocean docks. How we get this van? Порт. It wasn't outside when I came through. My homie LB. Тут, кстати, где-то стоит. Фургончик для ограбления между этих домов, я его нашел. Give it a rest, man. I lost my little brother, серый and такой. Now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah, I guess. Езжай в порт. Так, я правильно еду? Somebody arrest that guy! Нет времени объезжать, это все. Слушай, нет, я похоже... Вот это куда длинная дорога ведет? А, вот в порт. Сука. Здесь... А, стоп, походу косяк порол. Давайте вернемся немного. Хотя подожди, чё, что косяк? Вот дорога... А, это мост. А как на него? Такси прикольно работает, там чаевые есть. Если типа ударяешься, чаевые там снимаются. Ну, нарабатываешь клиентов, быстрее там возишь, они тебе больше чаевых. Ну, все равно там копейки какие-то. Я не знаю, где здесь много денег поднять. Ну, скоро неплохо, кстати. Плюс я там... Нет, в такси это было. 10 подряд чуваков подвез. Там накинули то ли штуку, то ли две. Притерся, но мне тут... Давайте вот так станем. На всякий случай, блядь, все равно перестанем. National Guard Depot. Национальная гвардия, да? Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Блин, мне хотя бы бронежилет. Открой ворота, выстрелив в панель управления, висящую на стене за складом. Не понял. Как туда перелезть? А чё он не перелазит? Стой. Ну, она внутри. Как мне? Look at me now. Man, just shoot the switch next to the damn gate.
Я не вижу прибора на панели-то. А чё за херня? Слышишь, а если подогнать пикап, я с него могу Подожди, сейчас открою. Сейчас открою, я подгоню машину, с которой я смогу залезть. Вот, уёбу, чё. Смотрите. Мы сейчас что сделаем. Грузовичок, выходим из него. Чё при... Блять, а сейчас он зацепился за край. Короче, я не понимаю, что не так. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Get out the damn way, CJ. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Скорее всего, какой-то баг был. Стал выстрелить. Okay, we in. Move, Ryder. Oh yeah, gun. И садись грузоподъемник. I watch our backs while you use the forklift to collect the crates. Okay, homie, let's load this shit up. Опусти его вниз, подъехать, это подниму. Подними. Как их опускать? А, доп 2, доп 8. А, так. Есть? Где тебя заносит? А, ну, еще и стреляют. Тут дебил Райдер. Shit, CJ! Shit! Эй! Не хочет. Тупо на автомате поставил, блядь. Да ровнее подъезжать. It's too many damn weekend soldiers. Сука. Не ту кнопку жму. Но there's more outside. Keep him down. Что? Садись грузоподъемник. Еще ящики. They crawling out the woodwork. Вот они. Последний ящик. Come here, you! Чуваки. Агрится только на меня, солдаты. Я не знаю, что делать. Реально. Оружия нету, ничего нету.
То есть, сами все видели, Райдер стоит в стороне. А все солдаты агрятся на меня. Так работает скрипт, походу. Это очень плохо. Если дела так обстоят уже сейчас. Дальше будет, я думаю, что только хуже. Туда нужен бронежилет. Туда нужен бронежилет и спокойно может бегать эти ящики. Я не знаю, где его взять. Еще разок попробую, что поделать. Нет, вообще, знаете что, я эту миссию делать не буду. Поехали сразу на другие миссии браться. Я думаю, что в эту миссию рано собрать. Нету ни оружия, ни броника, рановато. Давайте попробуем другие миссии. Ну, кто вернемся впоследствии. Не будем время тратить. Здесь машина Big Smoke. Вот, вот это перевод. Отвези Big Smoke навстречу, если нужно разоружие, загляни к Хэммету. Ну, они как бы намекают, что все-таки нужно будет оружие. Давайте заедем к этому Эмиту. Yeah, man, just cool out, homie, just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back, way back. Ah, Smoke, you're full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Get in. Ого, пистолетик. Блин, ну хоть что-то, мужики. Хоть что-то. Теперь поехали. Ты откуда вылетел-то? Кусок говна. Жаль, конечно, что я просрал оружие свое, которое накопилось. Огнетушитель, ножик, степ. Мне оно помогало. Между кадрами, когда я играл, между записями. Хорошо. Пропустим, а то музыка снова. Ну а это что такое? Мы должны догнать его. Посмотрите на этих мамонтов. Как я догоню его, посмотрите. Я реально, походу, его не догоню. Избавься от беглеца. Да, легко сказать. Легко сказать. О, там еще толпа этих уродов. А я могу на тачке его догнать? Быстрее! Что тут с машинами случилось? Где этот чел? А, он здесь бежит. Вон он, вон он. Попал. Вон он до машины добежал. Теперь туда он бежит. Беглец уматывает на машине, давай догоняй его. Ну, сейчас его точно не догоню. Эзэ, может, догоню. Благо, есть эта карта большая, тут видно.
Ну а толку, оружия у меня нету, с ним стреляться. Ну, пытается что-то стрелять, я вижу. Сейчас такси взорвется, но... А другой тачки нету. Ну, есть, но далеко. Все, ушли. Или они по кругу катаются, не понимаю. Вон они снова едут. Че он так долго это делает? Ушли, видимо. Хотя тачку сейчас и хорошую намутились. Ну, покоцанные не видят и все равно не отстают. Видимо, даже отрывают. Ну, догоню. Оружия у меня нету. Get out right now. You wanna haul in? Отдыхай. Че копы ходят? Там стреляют все, че это они просто ходят? Они разве не должны реагировать? Попробуем срезать. Блин. Черт. Не хватало этого. Еще, блять! Хорош. О, блядь. Чуваки вдвоем бегут с пистолетами. Чё ты дергаешься? Бери тачку, уебывай. Быстрей. Так, еще там Big Smoke висит, я смотрю. И есть. Надо сохраниться, поехать. Потому что, блин, миссия пройдена. По-моему, две миссии уже пройдены. И не хочется терять прогресс. Somebody gonna be mad at you for screwing up their ride. Тормозов у машины это нету вообще. Правда говорю. А, блядь, колеса пробиты, ну да. Сейчас засейвимся и поедем, наверное, снова. А СВ это кто это? Что я не пойму на карте. Давайте в СВ съездим. Заодно вспомню, что это такое. А что эти черти здесь на районе делают? Охренели что ли? Баллос. Надо найти, я не знаю, где надо. Надо брать бронежилет. Как это делаю в GTA 4? Я перед миссией заезжал в магазин, покупал какое-то оружие, покупал бронежилет себе, и только тогда я ехал на миссию. Вот так и поступал. Ой, блин, надо поесть. Это плохо, что лишнее. Потеряем изюминку прохождения. Ладно, по пути, думаю, что-нибудь сожрем. Крепкое. Видите, даже лишний вес СиДжея не помешал мне догнать того чувака, который очень быстро. Я его просто сокращал по другим дорогам. Все. Благодаря карте. Хорош. You get out much? Hey, baby. Hey, baby. Так, СВ. Что за СВ? А, точно. Это этот чел.
которого тачку изменговал, по-моему, я. My stomach hurts, asshole! Где он? А вон он вообще, ого. Блин. Чё, прикол что ли? Ладно. Стоп, давайте сделаем, упростим. Время сейчас к Биг Смоуку, значит, поедем. К Райдеру я понял, соваться пока смысла нет. Хотя бы, ладно, оружие, пистолет, фикс. Мне надо хотя бы раздобыть бронежилет, только тогда к Райдеру пойдем. Не раньше. Так, надо пожрать. Что-то сильно быстро стал CJ бегать. Стоять. Тянку забираю. Спи, мотоцикл лучше было бы, конечно, забрать. Ну ладно. А, подожди, Биг Смоука нету. А, нет, он есть, вот он. И тут поесть, по пути можно. О, отлично. Это на мини-карте его не видно после слова. А так вот он есть. Да, вот, вот, вот. Закусочная. Где тут? А вот тут пиццерия. Все. Кондиции терять нельзя. Последнюю давайте миссию сыграем, наверное. Как раз по времени. Ништяк. Так, нет, что ты предлагаешь, чувак? Давай попить. Серьезно. 10? О, 10 нормально. Вот, целая пицца. Да, вот это вот давай. И еще одно. 100 баксов осталось. Все, вот сейчас неплохо поели. Хорошо. Ебануться вылетел. Так, хорошо. Заправились, теперь можно до Биг Смоука. Благо он рядом, вон он. Не по ту сторону рельс. Hey, Carl, keeping busy, I hope. Да, чуваки. Where to, Smoke? Unity Station. Слушайте, мужики. Радио тушим. Поехали. Кил, кил. Все, кил да кил. Прикольно у Биг Смока тачка, но цвет ублюдский. Ублюдский. Так, приехали, хорошо. Так. Банды Рифа. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. Предвидели, что мы появились. We gotta get those fools. Охренеть. Садись на мотоцикл Биг Смоука, следуй. А кто стрелять будет, я не пойму, не понимаю. Get me close, CJ! I'm about to pop these fools! Roll up on them, CJ, so I can get a shot! Бля, а чё было? О! А, он выжил. Аж под поезд закатало. Не все. Бля, смотрите, специально машину так становится.
меня хп нет, они взломали. Look the fuck out, DJ, the train! Move this shit, man, I'ma ice these fools, man! Я не понимаю, почему они не допустили. Убил таки, да, одного. Давай, давай, жми. Чё такое? All we had to do was follow the damn train, CJ. А, вот как. Предлагаю загрузиться еще разочек, попробовать. Ну, блин, пару раз там сбился. Я не понимаю одного, ребят. Серьезно, хоть убейте. Стоит человечек в желтой повязке. Голый, с голым торсом. Big Smoke у него просто практически в упор из автомата стреляет. Почему он не умирает, я не понимаю. Серьезно, расскажите, пожалуйста. Я не понимать. Даже если не в голову стрелять, хорошо. Пару-тройку выстрелов он бы сделал, тот бы просто упал с поезда. Сразу. Почему он тратит рожки целые, а персонаж не умирает? Почему? Вот такой вопрос. Пробуем еще разок. Если нет, ну что ж, буду тогда искать в интернете, как замутить какое-нибудь тяжелое оружие, броники и все такое. Здесь, конечно, всякие коды я не намерен использовать. Вот, и просто сам буду пытаться убить этих челов, наверное, в желтом. Хотя нет, там же по скрипту именно Big Smoke должен убить. Миллион патронов потратить. Ну, короче, странно. Странная миссия максимально. Она легкая, но она реально глупая. Поехали. Get me close, DJ! I'm about to pop these fools! Roll up on them, CJ, so I can get a shot! Так, я сейчас там не это, не упал. И тут машина меня не сбила. Ну. Был бы у меня автомат, ребят, я могу не стрелять. Но нет автомата. Вообще, в принципе, наверное, сейчас и зря сюда поехал. В принципе, можно вместе с поездом двигаться по той стороне. Чё он не стреляет? Чё он не стреляет? А, всё. Всё, да? Стой. Можно мне, пожалуйста, оружие? Was it always like this? Was what always like this? Всё, чувак. Спасибо.
хоть что-то. Да, я бы мог вот так вот делать. Помочь Биг Смоук тем самым. Yo, hey, hey, don't ask a wise man, friend. Ask a fool. That's what I was doing. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Видимо, скрипты тут как бы все решают. Он должен, наверное, какое-то количество попаданий сделать. Либо до какого-то определенного момента поезд должен доехать, Биг Смоук должен убить, например, персонажа, да? Если он до этого момента его не успел убить, то он его уже не убьет. И миссия заведомо провалена. Я думаю, что шутка. Ну, они как бы то ни было, все проходили миссии, и поэтому, естественно, я их пройду. Как и когда, это вот вопрос другой. Так, персонаж целый, намутил пистолет пулемета, по МП-5, насколько я вижу. Хорошая штука. Надо думать, где достать деньги. Буду где достать деньги, бронежилет. И все такое. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie, you be careful. Какие-то придурки есть из Crash. Таких вообще впервые слышу. Уважение плюс, ну как бы такое. Мне бы денежки наоборот не помешали, а похуй на ваше уважение. Так, мы едем. Ладно. Переполнен, так переполнен. Что ж, серия тогда подошла к концу. Будем здесь сохраняться. И увидимся в следующей серии. Между серией я попытаюсь найти способы заработка денег. Естественно, о них расскажу, что я делал. Вот. И буду найду магазин. По-моему, он находился где-то в центре города примерно. Вот где-то здесь. Или даже здесь. Там прям огромная вывеска такая. Флаг американский, оружие там нарисовано. Вот, все такое. Но на карте он почему-то не обозначен. Вот такие дела. Я пойду посмотрю, что в этом магазине есть. Прикину цены. Ну, то есть я посмотрю, что сколько стоит. И буду уже думать, как мне эту сумму собрать на тот или иной предметик. Вот сейчас я этим и начну заниматься. А пока все. Благодарю за внимание, за просмотр. Всем пока.